В 5 поселениях нашего района сегодня установлено уже 14 мачт городского освещения нового поколения. Сейчас в опорах монтируются блоки зарядных устройств. Столбы размещают, исходя в первую очередь из нужд жителей. Максимально приближены к местам ночных стоянок автотранспорта. От них можно заряжать автомобили, электросамокаты, электровелосипеды. Соответственно, граждане могут их отличить по специальному синему окрасу. На них нанесены специальные знаки, и эти опоры оборудованы светодиодными экономичными светильниками. Сегодня заряжать электрический транспорт от умных опор можно совершенно бесплатно. Их установка проводится в рамках губернаторской программы. Пока идет накопление опыта использования подобных элементов городской инфраструктуры. Все зависит от востребованности жителями. У нас на самом деле не такой большой парк электромобилей, электросамокатов, электровелосипедов. Вот. Посмотрим, как жители будут воспринимать эту новинку. Ни для кого не секрет, что правительство Московской области ориентируется в первую очередь на запросы жителей. И в соответствии с их запросом, увеличивая то количество необходимых опор данных, будет произведено в ближайшее время. Если, повторюсь, такой запрос есть. Сегодня в регионе всего несколько сот электромобилей. Однако, по прогнозам, их число будет в ближайшие годы резко расти. И установка новых опор освещения – хороший пример работы на перспективу. Петр Горохов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».